Да, ожидаем поддержку. Слышал, что едут наши болельщики. Это очень важно для нас, чтобы за нас кто-то болел и поддерживал нас в это время. На 100% надо готовиться. И считаю, что поддержка болельщиков очень немаловажный фактор в этом. И это очень нам поможет. Считаю, что да. Считаю, что получится. Вот особенно человек Богдан Дьяченко, надеемся, что покажет лучшую игру. Ну, на каждого надеемся. Думаю, что все на ходу и все постараются принести пользу команде и показать результат.